Последний раз репетируем. Внимание! Приготовились! Начали! Уважаемые соотечественники, белороссияне, прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что на выборах первого президента Российско-Белорусского Союза вы отдали свои голоса за меня. И пускай здесь, в зале, нет моего оппонента на выборах, который обиделся и традиционно ушел жить в землянки, все равно мы вместе. Стоп! Ну в чем дело, Димон? У меня же репетиции. Мы же загодя пишем присягу по случаю избрания меня на пост президента Союза. Смотрите! Удалось по своим каналам достать запись. Уважаемые соотечественники, белороссияне, прежде чем принять присягу, хотел бы поблагодарить вас за то, что на выборах первого президента нашего братского союза вы дружно проголосовали за меня. И не беда, что Вован был против. Мы нашли ему достойное место. Он теперь будет руководить совхозом под названием «Кооператив Озеро». Какой еще совхоз? Какое еще озеро? Что это себе Шура позволяет? Думаю, наслушался радио «Эхо Москвы». На радио «Эхо Москвы» прошел опрос на тему, кто должен возглавить союзное государство России и Белоруссии, в котором приняло участие порядка 18 тысяч человек, что вполне достаточно для репрезентативности. Результаты оказались не слишком приятные для Путина, который с разгромным счетом проигрывает Лукашенко. Последнего выбирает 67% аудитории, и только 9% голосуют за Путина. Я не понял, Димон, это что, мне теперь в 24-м году на пенсию уходить? Успокойтесь, Владимир Владимирович. Во-первых, мы на этот случай еще раз поднимем пенсионный возраст. На сколько? Лет до 90, с запасом. А во-вторых, мы в Белоруссии провели альтернативный опрос. Там 90% за вас и только 10% за Шуру. То есть там выбирают меня, а здесь его? Ничего себе рокировочка. И что делать? Поработать над имиджем, чтобы быть круче Шуры. Я и так круче. У меня резиденций больше. Но политтехнологи советуют усилить вашу крутизну. Это как? Очень просто. Браться за яйца так, чтобы масло пропало, и начать играть на баяне. Да, тяжелы вы, яйца Мономаха. Батюшки мои, что же это с гарантом случилось? Право, не узнаю его на этом портрете. Постарел, что ли? Готово! Поднимай! Вира! А вы, Клавдия, уже на портрет скидывались? На какой еще портрет? На вот этот, новый, официально утвержденный, который украсит все наши учреждения. А чем вам старый не угодил? Лично мне он молодость напоминал, когда я, дура молодая, в 94-м году с дуру за гаранта проголосовала. Вы, Клаудия, в инновациях не бум-бум. Ротация портрета у гаранта позволяет нам существенно наполнить бюджет за счет населения. Это кто ж в вашем правительстве придумал такой лохотрон? Это не мы. Это инновационные наработки из братского Туркменистана. В госучреждениях Туркмении сменили портреты президента страны, на которых Гурбангулы Бердымухамедов изображен не с черными волосами, а с сединой. Всем бюджетным предприятиям приказано выкупить новые портреты, каждый из которых стоит 5 туркменских манатов за счет сотрудников. 5 манатов? Как же вы нас, товарищ премьер, всех заманали? А старые портреты гаранта куда девать? Неужели на макулатуру? Как можно, Клаудия? Это же не экономично. Мы в правительстве решили усовершенствовать туркменский опыт. Это как? Очень просто. Вот вы, например, слышали, что в Пинске у нас выдают зарплату зеленым горошком, а в Орше – талонами на колбасу. Достаточно!
слышали? Как не слышать? А у нас в Добруше вообще зарплату выдали сертификатами на туалетную бумагу. Вот, а мы в этой парадигме будем платить зарплату старыми портретами гаранта. Подтер я как-то утром зад, растратив сразу весь оклад. И кто же в этом виноват? Так мой оклад сертификат. Теперь зарплата вам портрет. Деньгами выдать я молю. Портреты есть, а денег нет. Зачем я это все терплю? Моя зарплата струйка дыма, что таит вдруг в сиянье дня. И пролетают бабки мимо, не долетает до меня. Я выдаю вам ваш оклад. Портреты есть, а денег нет. Такой зарплате я не рад. Заткните взад вы свой портрет. Внимание, внимание! Начинаем нашу совместную российско-белорусскую программу по подготовке к выборам президента союзного государства. Сейчас на ваших глазах в прямом эфире будет проведен независимый опрос. Мы узнаем у россиян и белорусов, кто, по их мнению, должен возглавить наш союз. Причем на улицах Москвы вопросы буду задавать я, Геббельс ТВ, а в Минске опрос проведет мой не менее честный коллега Дмитрий Киселев. Начинайте, коллега. Как по вашему мнению, кто должен быть президентом союзного государства? Думаю, Лукашенко. Конечно, Лукашенко. Он за первый же срок разгонит и посадит всю эту путинскую шоблу. Ха-ха, вы слышали, Дмитрий? Теперь ваша очередь. Что думают в Минске? Конечно, Путин. Однозначно, Путин. Первое, что он сделает, разгонит всю эту лукашенковскую шоблу. А я думаю, что нашим казачным краинам потребен казачный президент. Можно якого хлопчика с пальчика, можно дюймовочку, можно навод Кащея. Только не несмяротного, каб его можно было замянить хотя бы раз пару терминов. И вот ради таких людей я, считай, 20 лет работал как раб на галерах. Не расстраивайтесь, Шуре еще обиднее. Он уже 25 лет мучается. И что у нашего электората в мозгах? Ясно, что сплошной сатанизм. Слышали, что сказал наш патриарх Кирилл? И что на этот раз ляпнул полковник? А вот послушайте. Существование гаджетов и интернета — вестник пришествия Антихриста. Избавляйтесь от сатанинского исчадия ада и сдавайте гаджеты в храмы по месту жительства. Только предупреждаю, модели с видимыми повреждениями, а также старше 2012 года, мы не принимаем. Аминь. Нет от гаджетов спасенье, сатанеет население. Прихожанин, от девайсов поскорее избавляйся. Что в руке твоей, Димон? Это новенький айфон, весь покрыт сусальным златом. Мне купить такой же надо. Буду с ним в опочивальне по сети блуждать глобальной. Нет, страну спасет от бед наш лубянский чебурнет. Коля, нужно еще раз пройтись по списку вещей, которые мы берем с собой в Кремль. Итак, наш багаж. Диван, чемодан, саквояж, машина... Майбах? Коля, не сбивай! Машина, балбес из Совмина и маленькая собачонка. Я здесь! Сиди, Лида, тихо, не буди лихо. Коля, ты рояль упаковал? Папа, может, не надо? Прекрати, все уже решено. Причем решил жесточайше не я, а российский народ. А белорусский? А белорусский к Путину! В совхоз озера! Папа, и как ты собираешься руководить этим союзом? У тебя ж для этого нет нормального менеджмента. Коля, не учи ученого! Я уже 25 лет работаю без всякого менеджмента
и посмотри, какие результаты! На конкурсе «Мисс Мира» белоруска Мария Василевич получила титул «Мисс Мира Европа» и вышла в финал! Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе! Кстати, выяснилось, что к участию в конкурсе Марию готовил лично гарант, который научил ее колоть дрова. Я тебе сейчас, Наташа, всю гонку на этом конкурсе красоты распишу и заодно научу колоть дрова. Приготовьтесь, фрау мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять топор, произведете вы фурор. Продолжаем. Эйнцвейдрей. Надо стукнуть посильней. Чем сильней, тем красивей. Реже думай, чаще бей. Ты не бойся, я не злой. Скоро станешь ты звездой. Если б я моложе был, я б бикини сам носил. По бикиням я мастак. Носишь так, потом вот так. Грудь вперед, бедром виляй. И топор не забывай. Алло, будущий президент союзного государства слушает. Алло, Вован, ты не дуры. Ты же видел опросы. Твои россияне все как один голосуют за меня. А твои за меня. Твоих больше, так что победю я. Ты там не теряй времени, а давай скоренько пакуй шмотки. Шура, объясните мне, как вы собираетесь руководить союзным государством, если у вас Орша в руинах лежит? А как ты, Вован, можешь руководить нашими братскими народами, если ты ни одного ледового дворца не построил? У тебя ж дети зимой по горке из говна катаются. Я не понял, Димон. О какой такой горке из говна он говорит? Извините, Владимир Владимирович, не успели доложить. Вот. В российском селе Чигири обнаружили ледяную горку, которая 29 декабря сформировалась из-за обледенения нечистот из неисправной канализации. Благодаря заботам местной администрации, замерзшие фекалии на радость местной детворе превратились в веселый аттракцион, привлекая сюда любителей экстремальных зимних видов спорта из соседних сел. Слушай, Димон, распорядись, чтобы местные власти устранили это безобразие. Говно вопрос. Но только я думаю, зачем нам этот геморрой по устранению? Есть же более простой выход. Какой? Объявим катание с говногорки русским национальным видом спорта. Ну, вроде метания коровьих лепешек. И подадим заявку на включение обеих дисциплин в программу следующей зимней олимпиады. Это правильно. Так сказать, мы дадим всем рекордам наши звонкие имена. Еще в начале года, при посещении храма всех святых, гарант дал ответ тем кремлевским мечтателям, которые не оставляют попыток посягнуть на нашу независимость. Этот храм будет всегда символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Что не будем ходить под плеткой, это хорошо. А то у меня от прошлого раза задница еще не зажила. Не надейтесь, товарищ Мясникович. Вы не в церкви, вас все равно выпорот. Так, все собрались? Разрешите доложить? К очередному перетрахиванию готовы. Не беспокойся, Мясникович. Могу вас обрадовать, товарищи министры. Хоть вы этого и не заслуживаете, но плетка на сегодня временно отменяется. Ура! Не спешите радоваться. Теперь вместо плеточной у нас в правительстве будет палочная дисциплина. Ты первый, Румас, заходи. Напрягайся. Предстоит мне перетрах. Наклоняйся. Не забудь, что значит страх. И сколько ты не уклоняйся, он мастак в таких вещах. Так, проверяем по списку наш багаж. Диван, чемодан, саквояж, машина, балбес из совмина и маленькая собачонка.
Я здесь! Шура, что это вы здесь устроили? Как что? Заселяюсь! Ты уже выехал? А то вещи некуда ставить. Кремль у тебя какой-то тесноватый. Арбузы не забыли? Взяли! Вот они! Тащите их сразу в грановитую палату! Шура, зарубите себе на носу. Здесь минимум до 2024 года прописан только я. Я уверен, что через 5 лет сохраню свой статус президент. Будет для победы мне нужна совершенно новая страна. К сожалению, есть один возможный конкурент. Обнаглел! Однозначно! Наш этот западный сосед! Странам всем угрожать хочу в масштабе мировом. А чтоб сосед не мешал, инкорпорируем его. Буду править, буду править. Союзным государством буду править, буду править. Союзным государством я и только я. Ошибаешься, Вован! Буду править, буду править. Союзным государством буду править, буду править. Союзным государством я. Конечно, я. С чего вы это взяли? Посмотрите сайт «Эхо Москвы». Победили там совсем не вы. Я ж не мог на эхе мухлевать. Он не принуждал голосовать! Элегантно опять! По всем опросам победил! Результат был бы выше, если бы мой ЦИК их проводил! Много лет я мечтал, чтобы Кремлем поуправлять. А теперь, россияне, не прочь меня туда избрать! Будет править, будет править! Союзным государством будет править, будет править! Союзным государством! Я! И только я! Будет править, будет править! Союзным государством будет править, будет править! Союзным государством! Я! Конечно, я! Скромненько тут у тебя, Вован! Обои мы переклеим, а в углу поставим чучело Кобякова! Голову Кобякова не забыли? Взяли! Уберите отсюда эту гадость! Эй, вы там! У Кремля! Я ведь легко вас победю! Супер-пупер-совхоз! Вашу Россию превращу! Победить вам не даст мой славный кооператив! Ну уж нет! Я уверен, что нет у меня альтернатив! По последним данным экзит-полов, на выборах президента союзного государства победил Кощей. И, к сожалению, опять все-таки бессмертный. И, как мне только что сообщили, гарант не признал эти результаты и призвал всех россиян и белорусов выходить на улицы. Да здравствует арбузная революция! Thank you.